Кандидаты в мастера спорта. Волейболисты из Копейска получили высокий спортивный разряд. Это случилось после победы в областных соревнованиях. Команда впервые смогла стать лучшей в этом чемпионате. Получить места на пьедестале и заслужить спортивное звание в волейболе можно только благодаря слаженной работе всей команды. В финальной части мы отыграли 6 игр, проиграли всего лишь одну партию команде из Усть-Катава, очень сильная команда. В финале встретились с нашими давними соперниками с города Челябинска. Ну и также победили их 3-0. Очень хорошо собралась команда, показали свой настоящий уровень. 3 года подряд до этого были вторыми, никак не давалась нам победа. В этом году все получилось. Для команды, которая уже 4 года тренируется в бессменном составе, волейбол – это лишь хобби. Но, несмотря на это, копейчане уделяют своему любимому виду спорта много времени и сил. Тренируются волейболисты 3 раза в неделю и, судя по достижениям, имеют хороший уровень подготовки. Успехи команды отмечают и представители органов власти. Мы смогли собрать сборную города, где играют ребята, прописанные только на территории города Копейска. Ну и как бы на сегодняшний день понятно, что копейчане умеют играть в волейбол и являются, наверное, лучшими в области. Наши ребята копейские, они во всем добивается высоких результатов. И сегодня, как показывает практика, волейбол вышел на первые позиции в области. Это, я считаю, наше общее достижение. И ребята молодцы, так держать. И я надеюсь, что следующий год будет тоже за нами. Состав команды, который существует сейчас, пожалуй, самый сильный за всю историю волейбола в Копейске. Все это благодаря желанию и стараниям всех спортсменов, неравнодушных к судьбе копейской команды и Федерации волейбола. Команда города Копейска, я думаю, что впервые за всю историю чемпионатов в этом году стала чемпионами области, о чем я с удовольствием говорю, потому что непосредственно принимал участие в образовании команды, в тренировочном плане. Поначалу ребята просили помочь с тренировками. Вот. Но это дало, может быть, немножко свои плоды. То, что ребята начали подтягиваться, уровень игры стал выше. Для волейболистов-любителей разряд КМС – это серьезное достижение. Сейчас спортсмены продолжают тренироваться и готовиться к соревнованиям с таким же боевым настроем. Уже 19 октября в Садке команда поборется за Кубок Челябинской области.